предложение сегодняшнего дня – это зубная паста от бренда Vivaton. Это бестселлер телеканала Shop & Show. И сегодня действует цена, которую мы сохранили. Это цена двухлетней давности. Скидка 58%. Две зубные пасты вы получаете, третью в подарок. И только сегодня за 999 рублей. Это сегодня, вот сегодня я вот только вошел. Она меня сразу за горло взяла, давай, не могу, надо обязательно людям. Скидку выпросили, спасибо, Александр Михайлович, что вы ее дали. Давайте разбираться, почему эта зубная паста так актуальна и кому мы ее рекомендуем. Ну, проблема решает, во-первых, ее исследовали в Академии медицинских наук, причем Омска, потому что это для северных регионов, потому что там очень много пародонтита, гингивита, ундивита, воспаления десен, кровотечение и так далее, и так далее. И когда они начали это исследовать, представьте себе, что были все пасты, все западные, все, что на советской пространстве было, в бывших странах СНГ, все было исследовано. И только наша паста показала, что решила проблему пародонтоза, гингивита, воспалительных процессов и кровотечения десен. Вот представьте себе, а что же в составе? Раскройте секрет. Ну, тут нет никакого секрета. Во-первых, там все написано, вы возьмете и почитаете. Но я вам скажу, чтобы долго времени не тратить, вот, потому что нужно очень много сказать. А остальное там просто матрица Vivaton, которая содержит всю плазму крови по своему составу в молекулярном состоянии. Поэтому клетка подтягивает молекулу на себя, клетка, которая страдает, которая восстанавливает за счет пасты, восстанавливает разрушенную мембрану клетки, антисептическое средство очень высокое, но главное, что немаловажно, что она еще приятная на вкус. И когда дети ее употребляют, они просто визжат, пищат и просто начинают есть уже. Слава Богу, что она для внутреннего применения, вот, как паста. Поэтому ничего страшного нет, но вот как бы начинает есть. Помимо того, что кальций, вот здесь присутствует, и он, естественно, в том состоянии находится, который никак не откладывается на стенках сосудов, особенно в почках. Вот так вот. Кстати, вот она обладает еще и заживляющим эффектом. Да, любые раны, любые ранения внутренние, любые ссадины. Вот часто, особенно дети, прикус делают щеки или языка. Ну, так что-то хотят быстро съесть. Ну, в торопях откусили что-нибудь. И все, прикусили, и там такая травма, прям все. Эта паста очень быстро все восстановит и заживит. Особенно сейчас. Вот девочка одна мне позвонила, сказала: «Ой, Александр, что делать? Я такой кипяток взяла, что у меня все тут начало облазить». Я говорю: «Ничего, держи пасту во рту, выдави и держи вот эту пасту во рту. И ты увидишь, это все сползет, старая кожа, а новая, красивая, сильная, нарастет. Не бойся, вперед!» Да, и цена у нас за комплект, за две пасты 999 рублей. Каждая паста 75 миллилитров в составе. Третью пасту вы получаете в подарок. Набирайте наш номер телефона, у нас ограниченная партия. Действует уникальная цена, только лишь один день. Все звонки бесплатные. Кстати, Александр Михайлович, вот я разговаривала со своей тетушкой, у нее очень кровоточили десна, потом начали становиться более рыхлыми, потом зубы начали шататься. Она была в панике, она была в шоке и в ужасе. Ходила к врачу, всякие исследования, обследования, назначения. Я ей говорю: попробуй зубную пасту. Ну, ты просто попробуй. Пальчиком аккуратно, без всякой зубной щетки, просто наноси. И вы знаете, день ото дня, месяц к месяцу, она ведь укрепила свои десны. Звонок! Оленька, звонок! Слушаем вас! Подсказ Марины Викторовны из Москвы. Спасибо, милая, спасибо. Здравствуйте, добрый вам день. Александр Михайлович, хотела бы выразить вам свою благодарность за вашу продукцию. Алло. Спокойно, да, спокойно. Слушаем, слушаем вас. Да, слушаем. Александр Михайлович, еще раз большое спасибо за ваши труды, за ваше терпение, за ваши старания, за то, что вы все-таки боретесь за нас. Вот, еле дождалась вас в эфире, потому что закончилась зубная паста, внуки уже меня ребят. А где баба зубная паста? Я говорю: подождем, подождем, потому что уже другой пастой никто не хочет пользоваться. Это действительно так.
Это истинная правда, потому что это волшебная паста и от зубной боли, и от прыщиков. Ну, в общем-то, лекарство в тюбике. А, да, лекарство вот, в тюбике. Это прекрасно, да. Нет, это, ну, у нас, знаете, как называют? Аптечка в тюбике. Аптечка в тюбике. А, ну да, да, точно. Спасибо, точно. Милая еще моя. И еще, знаете, скажите своим друзьям, близким, знакомым, пусть молятся о нас, потому что нам нужно выжить сегодня, потому что цены сильно подняли все поставщики. И мы держимся из последних сил. Это первое. Второе. Особенно приходите, если какие-то у вас вопросы, ваших друзей, знакомых, приятелей, близких, родных, приходите в контакт. Мы в среду обязательно выходим, значит, в среду выходим в эфир. 2 часа в эфир, да. Ну, там будет объявление. Это контакт и одноклассники. И в воскресенье выходим. Но там ничего не продается. Там только информация. Я рассказываю советы, информацию даю, да, и так далее. Поэтому вы приходите. И любой вопрос, который вы захотите, и не только по медицине, а любой житейский вопрос, то в меру своей компетенции я отвечаю. Потому что мы сейчас там самые популярные. Потому что у нас полмиллиона за один только день. Спасибо вам за звонок. Александр, будьте здоровы. Михайлович, можно еще один вопросик? Да, да, слушаю. Вот скажите, я заказывала пасту, вот в декабре пришла зубная паста, вот от 23-12, вот, но она цвет такой темный. Это вот она не светленькая, а темная такая, как вот крем регенерант. Можно ей пользоваться? Так, как зубной, значит, пастой? Можно. Или что-то это там? Гелевая паста, она нисколько не хуже этой пасты. Можно, да? Конечно. Хорошо. Я вот, а я ее придерживаю, думаю, надо спросить. А то... Нет, это как раз гелевая паста. Не кальциевая, это гелевая паста, да. Марина Викторовна, спасибо вам за звонок. Будьте здоровы. Здоровья и вашим родным и близким. Заказывайте не только зубную пасту. Вы можете сегодня выбрать и крем-гель-регенерант, и спрей, который защищает нас от вирусной активности и очищает наше дыхание. Плюс ко всему у нас чай савеловский, который изнутри вас оздоравливает. Плюс ко всему вы получаете сегодня видите, какой скидки. Я вот сейчас скажу. Вот я вот сейчас вижу красавицу нашу и хочу сказать несколько слов. Вот почему? Потому что я ей говорю, ну давай я тебе там пасту там дам, все. А она боится звонить. Она, значит, чувствует, что я мужик настоящий. И начну ее кадрить и все остальное. Понимаете? Александр вот, Михайлович. Мои года, мое богатство. Александр Михайлович, вы, конечно, у нас орел, и все это знают и понимают, и все это чувствуют. А сегодня у нас главное предложение – это зубная паста. Третья в подарок, цена всего 999 рублей. Сделайте свой первый заказ сейчас.